Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На библейский портал Эксгет пришел вопрос. От чего зависит понимание человеком Евангелия? Действительно, Евангелие, как Слово Божие, начинает пониматься человеком чудом Божиим. Господь сам отверзает человеку ум. В Евангелии от Луки так и говорится. Тогда отверз им ум, имеется в виду апостолы, к уразумению Писаний. Но для того, чтобы ум был отверст, необходимо со стороны человека некоторые усилия. Господь говорит, исследуйте Писание, потому что в них надейтесь обрести жизнь вечную. Вот Священное Писание надо исследовать, его надо много читать, в нем надо находиться, о нем надо думать, им надо жить, его надо любить. Тогда Священное Писание у тебя постоянно находится как бы перед глазами твоего ума, и когда возникает какая-то проблема, Господь от Писаний дает тебе вспомнить, что там было сказано. И ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что тебя окружает, к тому, что ты встретил в жизни. Но со стороны человека нужно усилие. Как говорят святые отцы, когда ты молишься, ты говоришь Богу. Когда ты читаешь Слово Божие, Бог говорит тебе. Но Бог ждет от тебя усилия. Вот о молитве у преподобного Иоанна Лествичника есть в его книге есть удивительные слова. Он говорит, толкуя слова из первой книги царств, о том, что Бог дает молитву молящемуся, толкуя вот эти слова, он говорит, что возрастает качество молитвы причиной которого является количество молитвы. И то же самое можно сказать о Священном Писании. Человек, исследующий Священное Писание, читающий толкование, читающий экзогетическую литературу, вдруг начинает понимать значительно больше. И самое главное, он ярко видит, как это Писание соотносится с его жизнью и с проблемами в его жизни. Поэтому для того, чтобы понимать Евангелие, надо трудиться в его исследовании. А еще у святых отцов у очень многих у них есть такие слова Евангелие понимается делом Евангелие это настолько глубокая книга что человеку новоначальному который не начал ее исполнять о том что на глубине и рассказать невозможно а вот когда человек начинает пытаться и действительно трудится чтобы исполнять заповеди изложенные в Евангелии он в течение всей своей жизни будет все глубже и глубже понимать его. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.